сейчас Кейн в наших ранах в полуфинал. В первом полуфинале. Рис. На рис. Стартовой линии сейчас находится. Номер 37. Наталья Целинская, Беларусь. Собралась, стартуя в Кейне Наталья Целинская. Пока у нее 100% выступление в двух видах, которых она принимала участие в спринте классическом и в гите на 500 метров, в гонке на время 500 метров, она добилась успеха. Ну вот теперь, кажется, все в порядке. И что касается регламент этих заездов, то он просто. Из шести человек только трое попадут в основной финал. Первые трое на финиш. Италия на второй позиции, Наталья Цыпинская, и на третьей Италия.